если говорить о Немане, то буквально два изменения. Игорь Ковалевич, еще один опытнейший игрок. Великолепной передачей запускают прорыв Сигневича. Сигневич уже в штрафной подрабатывает под удар, но подстраховка здорово здесь работает. И четко играет Михаил Иванович. Выбивает. Пока ни в чем Гродница не уступает своим оппонентам. И очень приятно это от Сигневич. В центре поля, обратите внимание, практически не задерживается мяч. Игра там не увязает, не застревает. И видим мы атаки, которые сменяют одна другую. Такие качели своеобразные. В одно касание вновь быстро играет Драгун. Чуть назад на Тасевича. Глеб пытался ногу подобрать. То ли для за спиной Дениса Щербицкого. Что будет в тайме втором, мы с вами увидим в ближайшее время. Сигневич, центральный нападающий, справа оказался Алексей Риос здесь. Но мяч угодил в затылок Сигневичу, лежит, не поднимается. Николай, действительно, это был нокаутирующий удар с близкого расстояния, мощно, прямо в лицо. Событий, если что-то интересное попадет в поле моего зрения, и то, что не попадает к вам на телекартинку. Очень здорово за мяч. Скавыш простреливает, и Михаил Иванович на пути мяча встает. Сигневич направо здесь, Игорь Стасевич с мячом встречается. И прострел такой очень острый, опасный на ближнюю. Михаил Иванович не пускает. Гродненцев. А судя по всему, именно Глеб Рассадкин опустился чуть ниже. Евгений Березкин готовится появиться на поле. Риос в одно касание на Мукама и в спину получает толчок Ирвейн Мукам. Однако Сергей Цинкевич в этом и лежать на газоне. И да, был контакт, но ничего. Риос. Справа Сигневич вынужден носить Евгений Березкин с мячом. И пас на Мукама. Мукам падает еще один раз. И вновь это было все в штрафной, но... И на портале QuickBuy. На поле будет однозначно жарко, но в исполнении Павлица Смукевича. Перехват Ивановича. С района 11-метровой. Первый Иванович. Дальнюю зону. Есть возможность что-то придумать, но тут на чеку Милована. Но все же гомельчане перехватывают мяч.
Мне кажется, это то, что на позиции девятки. Зурин. Привозит сюда плотно игроков из этой африканской футболистов. Так уж теря. Городей бежит в атаку. Ну, весь первый там вот так вот и проходило. Хозяева были не против того, что вот сейчас Завадский с мячом тащит по плану, а будет пытаться пройти. Там было очень много сказано. И после того, что было высказано Жуковским, даже пришлось извиняться, поскольку пытаются провести игроки из Минского района, и другие игроки. И, соответственно, очень энергозатратный матч. Александр Холодинский пытается войти в штрафную, но тут... Грибовский, и он уже справа у атаки с мячом. Из него нема порушения. Треба все Каплунова, передачу штрафную и там покинул на углу. На той траектории, где летел наш. Немович, дальше на Котлярова, может хорошая контратака получится у Торпеда. И немножко слабая передача в направлении Владимира Щерба. Глеб Просадкин отличился отличным ударом головой на 77-й минуте в матче с Гомелем. Олехнович, дальше на Владислава Климовича. Богдан Лышенко предлагает себя в качестве адресата.